ёбаный рот, куда он бежит? Пиздец, да, на меня катился. Во-во! Бля! Бля! Стоит на кадастровом учете, то собственник жилого дома должен обратиться в администрацию, там опять же надо смотреть какой порядок. Блять, ты свет не видишь какой горит, блять, идиоты, блять, с ребенком просто под машину, блять. Приобрести эту семью. Банковскую карту, кошелек и мобильный телефон. Говорим, что скидка действует на любую госпошлину. Так, например, за восстановление российского паспорта.
пизда, дичь. Слушай, здесь ребенок вообще один идет маленький по дороге. Надо я бы это взять. Да вот, этот мужик остановился. Мамаше, блядь, бошку оторвать. Да короче, посреди дороги маленький идет. Thank you.